Представься, пожалуйста. Меня зовут Пелянцева София. София, сколько тебе лет? 13. Мы сейчас запустили новую программу Activate для подростков. Что ты о ней думаешь? Я думаю, что это куда более углубленное изучение, чем в обычных группах. В общем-то, у тебя куда больше контакта с носителями, и ты как бы сам понимаешь, что нужно социализироваться. И задание, больше заданий по грамматике, но, думаю, оно важно и непосредственно оправдывает название курса, потому что это активирует твой язык и твою манеру разговаривать на английском языке. И как бы хочешь, не хочешь, но уже под конец у тебя начинаются какие-то рефлексы, и ты пытаешься контактировать с преподавателями. Преподаватели хорошие, объясняют практически все, что тебе интересно, важно. И я считаю, что это действительно здорово. По крайней мере, мне на данный момент очень нравится. Тяжело после каникул, после летних мозги активизировать? Ну, у меня такая ситуация, что я была за границей некоторое время назад. То есть я как-никак я тренировала свой язык, но, судя по остальным ребятам, да, сложно. Но в итоге все уже начинают разговаривать, потому что иначе никак. Обстоятельства вынуждают. К школе к сентябрю будете все готовы уже? Надеюсь. Отлично. А преподаватели кто на этом курсе у тебя? Гарри Донован. Гарри американец, насколько я понимаю. Донован, у него сложная жизнь. Ну, в общем-то, очень хорошие преподаватели, и Гарри, и Донован. Меня, по крайней мере, все устраивает, объясняют то, что непонятно, и то, что интересно. И довольно хороший контакт налаживаешь уже спустя некоторое время, потому что все довольно дружелюбные и расположены к тому, чтобы учить детей. Не кричать на детей, не пинать детей ногами, а именно учить. И это видно, и это ценно.